Миллионы людей добровольно делают добро. Их называют волонтерами. Они романтики. Они всегда легки на подъем и мобильны. И они всегда там, где действительно нужна их помощь. Мы, волонтеры Победы, мы должны сделать все, чтобы передать следующему поколению память о Великой Отечественной войне. Мы гордимся своим прошлым, ценим настоящее и смотрим в будущее. Знакомьтесь, волонтеры-экологи. Наша главная задача – быть надежным и верным помощником природы. Жить в согласии с миром и не быть равнодушным к тому, что происходит на нашей планете. Городской волонтерский отряд «Я доброволец». Для добра всегда найдется время. Давайте сделаем вместе наш мир лучше.